Так, ребята, всем привет. Вот едем с больницы. Короче, я это... Там дурдом в больнице, ребята. Я, короче, закрыл больничный, но в задницу. Там просто ужас. Так, едем сейчас это, чуть-чуть вперед проедем. Вот он, пожалуйста, этот столб. Вот оно, где все случилось. Мне там Жека написал с Харькова. Говорит, что это... Что эти столбы в один вставляются. А ну, сейчас выйдем давайте с вами. Посмотрим. Получается, смотрите, вон газостанция. Вот это ж там получается камера наблюдения, да? И вот тебе, пожалуйста, как тиранулся этот автобус. Ну да, получается, сварка. Сварка была просто. Да, он в один вставлен. Он, сними вот этот низ. Получается. Так нет, сварка. Лопнула сварка. А ну тут сними вот это место. Сварка ж. Вот оно. Блять, да как оно даже вставлено не было. Просто вот так приставлено и обварено по шву. Ближе вот сними вот прямо вот этот шов с торца. Ты видишь, что творится? Вот сними вот здесь вот это место. А ну вот, пожалуйста, ребята, сварочка шла. Вот же не сильно, понимаешь, как херня какая. Он даже не был вставлен. Ё-моё. Вот это на месте сварки, оно, короче, бабах. И вот этим торцом, вот оно шел, как автобус, смотри, вот. Вот это вот место, которое... Вот это все в автобус влетело и вырвало нахер эту всю бочину, понял? Ну и фонарь тут был впереди. Вот такая история. Вот этот фонарь так блеснул, ну и кабель какой-то упал, его уже убрали, видишь? И вот это у ребят здесь на газостанции вот с ними. У них стоит камера где-то наблюдения. Ну то благодаря им хоть сложилось. Все пазлы сложились. Я ж думал, белый тот виноват. Оказывается, нифига. Как раз пьяный-то ехал на вот том серой той машине, блин. Короче, вот такая хрень, ребята. Вот видишь, сюда удар пришелся. С ними вот этот на столбе, видишь? Аж металл, смотрите, выжрало. Выжрало прямо металл. Ну то есть какой удар был. Отлетела на месте сварки. Так что, Жека, видишь, столб друг в друга не входит. А просто вот так приварен, хер знает по какому. Если бы было нормально сделано. А вообще, в принципе, вот сними вот эти кучу столбов. Может, они и нахрен тут не надо. Ну а с другой стороны, ну а как без столбов? Они хоть освещали же дорогу, правильно? Я не знаю, в общем. Что это? Вот тут еще сними, вот смотри, узенькая дорога, пожалуйста. Вот оно на видео кажется широкая такая дорога. А что он, получается, этот обогнал и шел прямо навстречку вот этой белой машине, блин. И белую машину, он же немножко, получается, влево ушел. И между машинами вот так вот завернуло его, блин, на наш автобус. Ладно, все, ребята, мы погнали домой.